поддержки малого Станислав Воскресенский выступил на презентации результатов национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах Российской Федерации. Губернатор в настоящее время работает на Петербургском международном экономическом форуме. Ивановская область поднялась на 15 мест по сравнению с 2018 годом и стала лидером по направлению поддержки малого предпринимательства. Станислав Воскресенский рассказал, что обновленная система поддержки от А до Я согласована с бизнесменами. Работали в трех направлениях – деньги, процедуры и атмосфера. Ну, с первым понятно, это налоговые льготы и финансовая поддержка. Что касаемо услуг, то все, что может понадобиться предпринимателю, сконцентрировано в едином центре «Мой бизнес». Но самое главное, может быть, одно из самых главных – это все-таки атмосфера. Мы внимательно следим за тем, чтобы просто заниматься предпринимательством – это считалось круто и правильно. Те, кто занимаются своим делом, не ноют, мы оказываем максимальную поддержку. В том числе такую политическую, общественную, медиаподдержку. Мы стараемся рассказывать о людях, которые добиваются успеха. Причем неважно, создает человек 3 рабочих места, 150 рабочих мест. Для нас любое рабочее место важно. Мы хотим показать, что те, кто занимаются делом, они получат всяческую поддержку от финансовой, процедурной до просто такой вот важной моральной поддержки в ведении бизнеса.